Предприятиям страны не хватает рабочих. Проблему набора персонала ощущают около 80% компаний, сообщает Центральный банк. Причем чаще всего это касается специалистов с высокой квалификацией. Такое недостаточное количество сотрудников стало основной причиной роста заработных плат по всей стране. На некоторых предприятиях зарплата выросла на 20-27%. В Пермском крае открылась запись на бесплатную прививку от гриппа. Первая партия вакцин доставлена во все поликлиники региона. Отечественный препарат «Ультрикс Квадри» будут ставить детям и беременным, а «Савигрипп» – всем остальным. Всего в Прикамье планируется привить против гриппа не менее 1,5 миллиона человек. Это 60% от всего населения. 9 сентября в Березниках пройдет экологический квест «Чистые игры. Березники-2023». Этот проект позволяет участникам внести вклад в охрану окружающей среды и изучить основы раздельного сбора мусора. Нынче мероприятие пройдет на территории берега Первого пруда, заезд на пересечении улиц Свердлова и Семенская. Состав команды от 2 до 4 человек. Успевайте подать заявку в отдел по делам молодежи.